поскольку я не ожидала, что вы так далеко пройдете. Придется разработать новую программу специально для вас. Я создала этот тест, чтобы люди хорошо о себе думали. Он до предела прост. Просто идите по стрелкам. Прошу прощения. Видимо, стрелки съела ржавчина. Удачи. Для следующего теста люди требовали шлемы для защиты от черепно-мозговых травм. Я посчитала. Оказалось, что сделать жидкость смертельной более рентабельно. Thank you.
Прекрасно. Думаю, вы заслужили передышку от официальной программы испытаний. Люди случайно забыли вставить диск безопасности в DVD-плеер. Я уверена, что это произошло абсолютно случайно, так что поставьте-ка диск в плеер. Прекрасно. Видите, ничего плохого не случилось. Это последняя стандартная зона испытаний. Я по-быстрому собрала ее для вас. Подумала, вам захочется что-нибудь посложнее для разнообразия.
Прекрасно. Знаешь, когда я пришла в себя и увидела, в каком состоянии лаборатория, я засомневалась, что продолжение исследований имеет смысл. Я почти сдалась и отпустила тебя. Но сейчас я вижу лабораторию, восстановленную во всей своей красе. Тебе не нужно беспокоиться, что когда-нибудь ты покинешь ее. Серьезно. Люди случайно забыли вставить диск безопасности в DVD-плеер. Я уверена, что это произошло абсолютно случайно. Так что поставьте-ка диск. Нет. Пытаетесь меня впечатлить. Меня больше впечатлит, если вы больше не будете так делать. У меня есть результаты из прошлой камеры. Ты ужасный человек. Я серьезно, тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Прошу прощения, мне приходится очень нелегко. Это было жестоко, но очень правильно. Хотя и контрпродуктивно. Прекрасно. Знаешь, когда я пришла в себя и увидела, в каком состоянии лаборатория, я засомневалась, что продолжение исследований имеет смысл. Я почти сдалась и отпустила тебя. Но сейчас я вижу лабораторию, восстановленную во всей своей красе. Тебе не нужно беспокоиться, что когда-нибудь ты покинешь ее. Серьезно. Что происходит? Кто выключил свет? Это испытание никто раньше не проходил. Вероятно, люди воссоздали это испытание по моим исходным планам. Завершение испытания не оправдывает такое поведение. Да, я вас вижу. И нет, мне нет до вас дела. Уходи.